Освобождение Мариуполя – это эпичная страница нашей спецоперации. Дело осложнялось тем, что нацисты делали огневые точки прямо в многоэтажках, расставляя мирных граждан, стариков, женщин, детей на пути наших войск. Наша армия продвигалась буквально со связанными руками, стараясь сберечь жизни каждого мирного жителя, зачастую ценой собственной. В феврале 2022 года мужчины Донбасса оставили свои дома и пошли защищать Родину. Артисты Луганской филармонии поменяли свои музыкальные инструменты на автоматы. Подразделение филармонистов в числе первых заходило в Мариуполь и удерживало девятиэтажку. Это была ключевая позиция, потому что дальше был выход к морю. Благодаря взятию конкретно этой девятиэтажки Азов, националисты из Азова попали в окружение, и фашистов начали выдавливать из частного сектора. Слово артисту Луганской филармонии Анатолию Лаврентьеву, награжденному медалью за освобождение Мариуполя и орденом за воинскую доблесть второй степени. Анатолий, вам слово. Больше никогда не должно повториться на наших русских землях. Когда страдают наши женщины, дети, старики, неважно кто ты, музыкант или шахтер, ты мужчина, и ты должен стать на их защиту. Мы, музыканты, с самого начала спецоперации отложили свои музыкальные инструменты, ноты, и в числе первых пошли защищать нашу землю и наших близких. У нас не было боевого опыта, но у нас всегда была надежда на победу. И победа у нас будет одна победа, одна на всех. Сегодня артисты Луганской филармонии на один вечер вернутся к своей мирной профессии. Вместе с Полиной Агуреевой и хором дважды краснознаменного ордена Красной Звезды, академического ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова. Деревья не растут, и только мы к плечу к плечу врастаем в землю тут. Горит и кружится планета над нашей Родиною дым, и значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомимый, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Отпускали Аллах, война нас довела, нас
Наши ребята на передовой сейчас
очень нуждаются в нашей поддержке. Наши теплые слова, наша помощь, которую мы собираем всей страной, говорит о том, что народ и армия едины. Это не пустые слова, это то, что сейчас наши ребята там на передовой чувствуют как никогда. Они знают, что сердце каждого гражданина нашей страны бьется ради них. Встречайте, участники специальной военной операции. Среди них летчики, пехотинцы, артиллеристы, десантники, танкисты и моряки. Капитан второго ранга Руслан Гусейнов на территории подконтрольной позиции. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Дорогие друзья, добрый день! Мы встречаемся с вами в преддверии Дня защитника Отечества. В этом словосочетании, в этих словах есть что-то мощное, огромное, я бы сказал, мистическое и святое. Недаром одна из самых известных молитв начинается со слов «Отче наш». Отче, Отец. И в этом есть что-то очень близкое каждому человеку. Мы ведь говорим тоже «Родина-мать». Речь идет о семье. Речь идет о чем-то огромном, мощном. И в то же время близком сердцу каждого человека. Это и Родина, это и семья. А по большому счету и Родина, это семья в нашем сердце, это одно и то же. Есть люди, вот они здесь стоят, рядом со мной, слева, справа. Есть люди, которые принимают для себя решение защищать самое святое и самое дорогое, что у нас есть. Семью и Родину. И сегодня... В рамках специальной военной операции вот мы здесь с вами собрались на, по сути, праздничное мероприятие. Но я знаю, вот сейчас только слушал высшее военное руководство страны о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые и здесь стоят сейчас рядом с нами. Они сражаются героически, мужественно, храбро. Мы гордимся ими, гордимся. И в их честь трижды ура! 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 Они должны услышать наше приветствие. Сегодня их поддерживает вся страна. А это значит, что каждый, кто это делает, в известной степени тоже является защитником Отечества. Это и медработники, которые помогают нашим бойцам вставать на ноги. Это и врачи, и медсестры, и нянечки. Это, конечно же, и работники оборонных предприятий, транспортного сектора. Все, кто это делает, дорогие друзья, это и вы все вместе, которые пришли сегодня поддержать наших бойцов. Спасибо! Это даже дети, которые пишут свои письма в поддержку наших бойцов. Это очень важно. В этом смысле сегодня при защите наших интересов, при защите наших людей, при защите нашей культуры, языка, территории, все, весь наш народ является сегодня защитником Отечества. Низкий всем поклон.
Поздравляю вас с наступающим праздником, Днем Защитника Отечества! Звучит гимн Российской Федерации!